Добро пожаловать на канал «Готовим просто и вкусно». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусной закуски, которая станет отличным перекусом не только для взрослых, но я думаю, и дети не откажутся от этой вкуснятины. Обычно мы привыкли кушать сосиски в тесте или как минимум хот-дог, но не всегда есть время печь в духовке, а покупать тот же хот-дог в ближайшей шаурмичной, согласитесь, не очень-то и полезно. Предлагаю вашему вниманию сосиски в лаваше. Готовится очень просто, а самое главное – быстро. Сочетание хрустящего, золотистой корочкой лаваша и сытной начинки придется по вкусу многим. Обязательно попробуйте. Берем 300 грамм картошки. У меня вышло 6 средних картофеля. Обязательно чистим от кожуры. Режем помельче, чтобы быстрее сварилось. Заливаем водой, солим и ставим вариться до готовности. Теперь подготовим начинку. 100 грамм сыра трем на терке. Берем лаваш, у меня 4 штуки. Единственное, в чем я ошиблась, надо было брать квадратной или прямоугольной формы, поэтому пришлось немного его обрезать. Далее берем сосиску, убираем пленку и по ширине сосиски разрезаем лаваш. Длину делайте примерно сантиметров 20. У меня получилось 8 листов лаваша, поэтому мне понадобится 8 штук сосисок. Сосиски лучше брать подкопченые, так вкуснее получается. Пока я подготавливала все ингредиенты, картошка у меня уже сварилась. Добавляем кусочек сливочного масла и делаем пюре. Молоко добавлять не надо. И завершающий этап. Берем лист лаваша, сверху тонким ровным слоем выкладываем картофельное пюре, засыпаем тертым сыром и заворачиваем сосиску. Получается своего рода вот такой вот рулетик. В сковороду наливаю чуть-чуть подсолнечного масла и выкладываем туда рулетики. Обжариваем со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Вот в принципе и все. Готово. Тонкий, золотистый, хрустящий лаваш в сочетании с картошкой, сыром и копченой сосиской никого не оставит равнодушным. Отличная альтернатива сосискам в тесте или хот-догам. Обязательно приготовьте. Вам понравится. Приятного аппетита и до новых встреч на канале.